Объединенные Арабские Эмираты поставили в сектор Газа более 700 тонн продуктов в рамках международных усилий. Об этом сообщили в Департаменте стратегических коммуникаций МИД ОАЭ. Кроме того, страна возвела 6 опреснительных установок, которые ежедневно поставляют 1 200 000 галлонов пресной воды для порядка 600 тысяч человек. Также в анклав доставлены 5 автоматических установок для выпечки хлеба, чтобы удовлетворить ежедневные потребности 72 тысяч человек. Отмечу, ранее генсек ООН Антонио Гутерреш заявил, что половина гуманитарной помощи не попадает в Газу из-за отказа в доступе препятствиями или отмены по соображениям безопасности.